что в ВТГ сложность песен не привязана к БПМу, как в ДДЛе, например, а привязана к количеству степов и к количеству сложных элементов в треках. Еще мне очень нравится видеть, как растет мой уровень, как сложные треки становятся читаемыми, и я прохожу их на хорошие результаты. Мне кажется, всем нам знакомо, что когда мы слушаем любимые треки, мы очень часто отбиваем ножкой ритм данной песни. И вот именно отбивание ритма ногами на ИТГ мне очень нравится, только там еще прибавляются стрелочки. В игре, в которой играешь столько лет, если тебе что-то не нравится, наверное, все-таки ты ее должен бросить. Раз я все еще здесь, наверное, нет таких аспектов, которые бы мне в ней не нравились. Я люблю ИТГ за соревновательность. ИТГ мне еще нравится тем, что есть спортивный элемент, то есть физическая нагрузка. ИТГ, его текущем понимании, это игра, созданная для сообщества, самим сообществом. В ИТГ ты играешь, я бы сказал, против самого себя. Нет какого-то определенного потолка. Можно пытаться выбить 4 звезды на всем. Можно играть в даблы. Можно найти себе друга, двоих, троих, десятерых и играть каплы хоть по очереди с каждым. В ИТГ мне нравится, наверное, что в нем очень много разных композиций. Можно добавлять кучу своих. Мне нравится и бегать в ритм музыки, отстукивать и синхронизироваться. Больше всего мне нравится стоять в очереди, только не смейтесь. Вот. Потому что только приходишь, тут очередь, и ты такой: «Здравствуй, очередь!» И все эти чуваки, и, короче, вот. Вот.